Ивана, вы на канале Хаватков Плей, и сегодня мы начинаем играть в Dead User and Demons. Игру еще даже не проходил, даже не начинал ее играть, ну, давайте посмотрим. Давайте начнем новую игру. Демон очень сложная челюсть для дебиленков. Давайте возьмем челюсть, посмотрим, как оно. Сомнение с привидениями. Ваш прогресс будет сохраняться автоматически, здесь нет тупиков, или если застрял, просто включи музыку. Был теплый осенний день в городе Варадензе. Казалось, что он был такой же, как и остальные. Чё ты хочешь от меня, ты чё? Я даже не догадывался, что моя жизнь вот так изменится навсегда. Младший. Привет, ребята, извините, что заставил вас ждать. Тим, ну наконец-то мы собирались... мы собирались пойти без тебя. Младший. Отвалите, я же не хотела обделаться в особняке с привидениями. Томми. Ты мог бы сходить под курс всё-таки? Все так делают. Забыли, что случилось, когда я в последний раз делал это за кустом. Смотреть дополнительный контент. Тони. Если с вашими жопами все в порядке, то мы можем идти. Младший, вы уверены, что там ничего нет? Тиби, выглядит заброшенный, но мы не можем быть уверены. Хм, и с какой стороны мы проберемся? С той стороны в стене трещина. Она выглядит достаточно большой. Достаточно большая, чтобы через нее могла пройти жирная задница Томми. Жопе твоей мамаши точно хватит. Значит, что твоя все-таки не влезет. Хватит, пойдемте. Это был хороший момент, чтобы отступить. Мой брат говорит, что этой ночью лес полон призраков. Но сейчас день в худшем случае нам поможет повстречаться с какой-то наркоман. Твой брат просто хотел напугать тебя, Тимми. Призраков не существует. Хватит прикалываться, я пойду первым. Кто бы говорил? Дерьмо. Точно обосрался? Нет, я застрял в трещине. Я так и знал. Здесь ничего не видно. Я потерял свои очки. Не наступите на них. Подожди, я принес фонарик. И вуаля. Так. Ах-ах-ах. Ха-ха, того же жопой. А что делать? А, вот. Эй, Тони. Тони, будь повнимательнее, не сыти мне в лицо. Найди мои очки, я помогу, Томми. Будет сделано. Еще бы найти эти очки. Эти очки мои. Опа. Тимми, все хорошо. Я нашел дверь, но она заперта. Найди очки его. Великолепно, но мы останемся в ловушке, так как Томми не начнет ходить. Дверь, окей. А где очки? Где очки-то? Как у вас дела? Я пытаюсь, ты же уже нашел мои очки? Нет, я сейчас их поищу. Тимми, ты видел очки Тони? Эй, вам удалось открыть дверь. Тимми. Очки-то где, подожди? Ну ладно, сидите здесь пока, я пойду за дверь. А, бабуля! Ай, бегите! А куда? Беги. Серьезно? Это я где? Позже. Эй, что случилось? Должно быть, я отключился, когда видел ту старуху. Интересно, где мои друзья? А где они, серьезно? Давайте подоищем. Что это такое? Паук! Что такое? Инвентарь, перетащить предмет для их использования. Бумеранг, жвачка, конфетки. Ясно, спасибо. Давай, пойдем. Очки, можно я заброшу? Трещина, можно я туда зайду? Нажмите еще раз, чтобы вернуться к главному меню. Здесь.
Подожди, а как? Вот это вот можно, нет? Нельзя. Так, вот дверь, окей. Можешь туда войти? Ой, я продолжить игру, я не туда нажал. Так, а что делать? Якорь! Как он здесь оказался? Так, очки можно. Вот очки тоже. А что они такие большие? Голова большая, серьезно? Полка слишком высоко, мне нужно что-то под... чтобы добраться до нее. Таракан, ты можешь мне помочь? Нет, не можешь, ну пошел нахер. Что-то блокирует проход снаружи, на этот раз не задница Томми. Так, подожди, а что блокирует? Вот эту хрень мы не можем достать. А, вот. В потолке дыра, если бы только у меня была веревка. А, вот. Смотри-ка. А, можно я заберу стул? Это пуф тебе. Это пуф. Вероятно, может не добраться до полки. Можно я заберу тебе? Ага, спасибо. Так. У нас тут есть... Что такое? Рука, держащая связку ключей. Посмотрю, смогу ли я открыть все пальцы. Я думаю, что я должен найти комбинацию и что-то в этом роде. Так. Короче, они мне... Так. Давай так. Если вот так. Подожди, а как? Дай мне ключи-то, эй! Ты чё? Дай ключи! Дай ключи! Отдай! Отдай! Пожалуйста. Ладно, честно. Значит, нам... О, палка, смотри, я палку нашел. Можно я заберу ее? Трость. Я мог бы использовать ее как оружие напротив той старухи. Можешь отдать ключи, а? Можете руку сломать? Нет, нельзя. Рука же... Ага. Давай. Так. 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 Да. Есть, я сделаю это. Дай ключи. Дай ключи, сказал. Связка ключей, это множество замков. Куда теперь, подожди? Таракан! А что это за таракан? Что будет? А ты кто? Мне надо найти. Таракан, что ты можешь сделать, таракан? А, подавай-ка ты палку возьму, можно? А что так? А, прави, можно ему дать руки? Может, бумерангом его? Так, я... Потому что не знаю, как это... Может, пуфиком его огреть? Нет? Я бы попал очками. Я подойду, посмотрю, что у него... А, подожди, что такое? Что это? Стоит ли это трогать? Дотронуться, конечно, нет. Давайте попробуем дотронуться, может, что получится. Что может пойти не так? Вот ничего не произошло. А, пухи, прощай жестокий мир. Ты куда? Ты чё, дурак, что ли? Когда бьёт? Вернись обратно, пожалуйста. Я хочу паука. Да, отстань. Давай, ты чё, Ладно, пойдём в другую сторону, я хотя бы пухи. Пауков испугался, ты чё? Пауки же они маленькие, они защищают наш дом от этих. Давай. Пауки, они защищают нас от мух, от тараканов, вот этих вот, которые мешают нам вредить, соответственно. Вредят нам и мешают. Давай. Ну, какой, а? А что делать, я не знаю. Давайте возьмем стекло, разобьем. Да. Я не знаю тогда, как туда пройти. Я должен проверить эту комнату лучше, прежде чем туда вернуться в кладовую. Давай. Я должен проверить эту комнату. Ага. Вернуться в кладовую. Давай. А что делать-то так же? Может быть, все-таки. А, ключами я могу открыть, серьезно? Ну, давай попробуем. Да, я знаю, давай. Какая? Отстань, пожалуйста.
Пошел тогда нахрен, а. Сука. Так, а как тогда... Да я знаю. Ты, если боишься пауков, я... Дай. А как так-то, блин? Должен проверить эту комнату лучше. Так я не знаю, как ее открыть. Давай трусти попробуем открыть ее. Давай подставим тогда бумеранг, что ли. Ну, я тогда просто не знаю. Давай попробуем поставить пуфик. Может быть, я смогу залезть и сорвать эту руку. Ну, что тогда делать, я не знаю. Да, да, ключами она не подойдет туда. Или подошла? Не подошла? А что тогда делать? Так, давай попробуем якорь туда кинуть. Подожди, давай попробуем якорь в стекло кинуть. Оно же должно якобы быть. Что за фигня? Давай съедим жвачку для храбрости. Трость, давай руке дадим. Я тогда попросту не знаю. А, подожди, вот тут здесь. Может использовать это ключи для этого ящика? А как-то ничего будет. Там не надо забрать какую-какую вещь. Пауков надо забрать с собой. Ну я тогда попросту не знаю. Так, давайте попробуем тогда. Тростью кинуть сюда или тростью кинуть в стекло. Ну и... Опа. Что тут такое? Я мог бы разбить это окно и сбежать. Бежать, как следует, помочь своим друзьям. Как где... Какая тюрьма видели? Надо пройти просто остальных и убедиться, что как... Что с ними все в порядке. Лучше вернуться в кладовку. Возможно, я что-то пропустил. Давай, иди. Кладовку, пожалуйста. Нет ничего. В смысле нет ничего? Кладовку мне нужно туда, в ту сторону. Так, опа, паук, привет. О, пофиг, куда я могу использовать, сюда. Должна сработать. Так. Ящик с инструментами может пригодиться. Ага, паука рухнула. Это место просто разваливается. Ну и хер с ней, подожди. Ага, закрывала дырку, там свет, надо оглянуться. Типичная классическая мебель, никогда не выходящая из моды. Что ж, я надеюсь, мы здесь закончим. Игрушка интересная, но немножко не понимаю, как в нее играть. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем до скорой встречи, ребятушки, всем.